вдохновившись одной идеей, решила сделать новогодний венок. Я взяла кусок проволоки, который был у меня дома. Проволоку лучше брать мягкую, чтобы можно было загнуть ее руками. Набрала разных елочных шаров, кое-что взяла из уже купленных ранее. У меня дома места немного, поэтому я решила сделать небольшой венок. Теперь все шарики насаживаем на проволоку в хаотичном порядке. Когда шарики кончились, концы проволоки скручиваем между собой, тем самым замыкая кольцо, лишнюю проволоку отрезаем. В конце я добавила серебряных бубенчиков, а бубенчики с бантиками я привязала на то место, где были скручены концы проволоки. Получившегося праздничного кроху я повесила над входной дверью. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и спасибо за просмотр!